Уже несколько недель жители Энергетика ходят к храму на улице Макаренко. Однако их цель не поставить свечку или помолиться, а просто погулять рядом. В середине января здесь вырос ледовый городок. В композиции узнается Рождество Христа. Главный упор скульпторы сделали на сюжет. Поэтому, по задумке авторов, все фигуры обезличены. Создавали их, что называется, всем миром. Участвовали и прихожане церкви, и казаки, и студенты, и даже дети. Помочь в работе над проектом согласился братский скульптор Леонид Воронцов. Для большего интереса горожан все скульптуры подсветили, а для самых маленьких построили ледяную горку.